Здравствуйте, это программа «Неделя города». О главных новостях пятницы и уходящей недели расскажут мои коллеги и я, Дина Исляева. Напомнить рыбакам о правилах безопасности. Сотрудники МЧС совместно со Следственным комитетом вышли в рейд. Пожар в многоэтажке в Рязани, эвакуировали жильцов из-за возгорания в подвале. Внеочередные звания, лейтенантские погоны получили выпускники военной кафедры РГРТУ. В Кадамском районе женщина вышла на озеро порыбачить и утонула. Это не первый случай гибели человека на тонком льду этой осенью. Чтобы напомнить любителям зимней рыбной ловли правила безопасности, сотрудники МЧС совместно со Следственным комитетом вышли в рейд. Валерий Седов продолжит. Нужно много смелости, чтобы пройтись по первому льду. И еще больше, если хочется на нем остаться подольше. Вероятно, рыбаки как раз из таких. Каждый день сотрудники МЧС проводят рейд на 5 инспекторских участках. Они беседуют с рыбаками и раздают им специальные памятки. Он у нас в ежедневном режиме проводятся замеры толщины льда на всех участках. То есть у нас 48 мест выхода людей на лед, массового выхода людей на лед. На них в ежедневном режиме проводятся замеры льда. Также выставляются они, толщина льда выставляется на сайте МЧС, и в центре кризисных ситуаций подается данная информация. Если к виду сотрудников МЧС бывалые рыбаки уже привыкли, то присутствие представителя Следственного комитета заставит их задуматься о своей жизни. Совместный рейд проводится впервые. Планируется, что такие будут проходить на регулярной основе. Сегодня мы будем общаться с рыбаками, которые, вот, несмотря все-таки на неокрепший лед, несмотря на то, что еще не устояла зима, все же выходят и начинают рыбачить. Одного за другим Сергей достает из лунки ротанов. Рыбка маленькая, но мужчина уже наловил целый пакет. Так он рыбачит целую неделю. Говорит, на лед выходить не страшно. Рыболовный стаж уже более 50 лет. Уже научился определять, где опасно, а где нет. По перволеду не надо выходить одному. Надо всегда смотреть, где люди. Люди подскажут. Если они рядом сидят, значит лед крепкий. Если они по отдаленности сидят и стараются не подходить друг к другу, значит, лед очень и очень слабый, и нужно быть аккуратным и аккуратным. Сам Сергей из Владивостока. За свою жизнь насмотрелся, как лед проламывается и под людьми, и под автомобилями. Поэтому перед выходом на лед всегда проверяет его пешней. Да и при себе всегда носит средства самоспасения. С собой у меня сейчас нет, поскольку лед был всегда в машине, лежат. Но это продается в магазине. Два таких поручня с шипами, чтобы можно было выбираться. Ну, кусок веревки, естественно. Ну, такие-то вещи есть, конечно. Сергей не единственный человек на водоеме. На окрепший лед уже вышли рыболовы. За свою жизнь они не переживают. Говорят, лед выдержит. По последним измерениям, толщина его на водоеме 12 сантиметров. Допустимая – 7. Но это не значит, что стоит сразу гулять по нему, как в парке. На льду всегда нужно оставаться осторожным. Следует проверять крепость льда пешней и ни в коем случае не ногой. Всегда иметь при себе средства самоспасения и ни в коем случае не выходить на лед в одиночку. Валерий Седов, Игорь Глоутов, телекомпания «Город». Еще один пожар в 9-этажке. Вечером 22 ноября были эвакуированы жители первого подъезда 17-го дома по улице Татарской. Причиной стало возгорание в подвале. Подробности происшествия узнала Мария Рудая. Нина Алексеевна недавно купила квартиру в 17-м доме по улице Татарской. Переехала сюда в марте. И ничто, казалось бы, не предвещало беду. Пришли пожарники, эвакуировались. Ну, постучали, вышли все на улицу. Дым оттуда шел, задымление из подвала. Ну, все, что могу сказать. Потом где-то в течение часа все это ликвидировалось, да. Ну, зашли домой. Нина Алексеевна живет на 7-м этаже 9-этажки. Пока дошла до улицы, ей стало плохо. У женщины астма. По счастливой случайности, поблизости оказалась скорая помощь. Благодаря этому удалось избежать трагедии. Пожарные эвакуировали только первый подъезд. Валентина Жулькова живет во втором, но признается, запах дыма был и там. Ну вот запах дыма, и мы вышли, откуда дым? В коридоре очень пахло, а мы на 7-м этаже живем, очень пахло дымом. Где это что горело? Может быть, в подвале? На место происшествия было отправлено 3 пожарных расчета. По словам местных жителей, за час они справились с задачей. Официальной информации о случившемся пока нет. Но жители говорят, что возгорание произошло в подвале. При этом тот самый подвал никогда не закрывался. И тут каждый выдвигает свою версию случившегося. Кто-то считает, что виной всему стали лица без определенного места жительства, которые облюбовали помещение. Другие уверены, проводка загорелась. Разница и время происшествия. В интернет-ресурсах
указано, что пожар произошел в 20:00, жители же уверяют, что в 19 часов. Если виной всему стала неисправность проводки, то статистика складывается печальная. Напомним, буквально накануне из-за проводки прошла эвакуация жильцов дома номер 4 по улице Первой Бутырки. И тут возникает вопрос, кто должен следить за состоянием электропроводки в домах? В муниципальных квартирах этим вопросом должны заниматься представители управляющей компании. Если квартира находится в собственности, то владелец обязан проверять исправность сам. А вот коммуникации в подъездах, чердаках и подвалах являются общедомовым имуществом. За них отвечают или управляющие компании, или ТСЖ. При этом, согласно правилам содержания жилого фонда, осуществлять их осмотр обязаны регулярно. Мария Рудая, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Рязанские студенты получили лейтенантские погоны. В радиотехническом университете практически любой студент может пройти обучение на военной кафедре. По окончании им присваиваются военные звания и специальность. За более чем 60 лет существования кафедры вуз подготовил и выпустил свыше 25 тысяч офицеров связи и войск ПВО. Летом они получили дипломы бакалавров, а сегодня им вручают лейтенантские погоны. Юноши и девушки обучались военной специальности почти 3 года. Они признаются, иногда было тяжело, но от этого становилось только интереснее. Студентов обучали кадровые офицеры, которые передавали свой многолетний, в том числе и боевой опыт службы в войсках и эксплуатации техники. Офицеры востребованы всегда, везде, и в будущем продвижении карьерной лестницы, возможно, это тоже пригодится. Либо же, как запасной вариант, пойти служить в армию. Когда я узнала, что у радиоинститута есть военная кафедра, я не задумываясь пошла туда. Военная кафедра, наверное, научила быть сильной, быть уверенной, и, наверное, все-таки какой-то немножко поменял мое мировоззрение. Офицерские погоны получили 105 человек. Теперь они носят гордое военное звание лейтенант. Вместе с этим их одновременно зачисляют в запас. Но офицеры могут в добровольном порядке поступить на военную службу по контракту. В трудоустройстве им также помогает кафедра. Выпускников ждут не только в вооруженных силах, но и других силовых структурах. Достаточно высоко ценят именно за их фундаментальную инженерную подготовку. То есть они быстро осваивают любой тип вооружения и техники, а в течение буквально полугода подтягиваются по строевой выучке и уже ничем не отличаются от кадрового офицера, а в некоторых случаях и даже отличаются в лучшую сторону, именно по своим глубоким знаниям. Радиотехнический университет является ведущим вузом страны радиотехнического направления с мощными школами подготовки кадров для гражданского и военного секторов. Военная кафедра университета готовит офицеров и солдат запаса для вооруженных сил, специалистов войск связи и специалистов по радиоэлектронному оборудованию войск ПВО. Военный центр готовит офицеров, которые распределяются в армии. И они, как минимум, будут служить по контракту в армии 3 года. Военная кафедра готовит офицеров и солдат запаса. Поступить на военную кафедру Рязанского государственного радиотехнического университета может студент 2-го курса очной формы обучения. Его ждет конкурс. Если речь идет о подготовке по программе офицеров запаса, нужно внимательно посмотреть, та специальность или направление, на котором студент учится, попадает ли в перечень, такой перечень военной кафедры. Если не попадает, они могут проходить, это уже все, программу по подготовке солдат и сержантов запаса. Если офицер запаса, он должен отучиться 1,5 года в университете, сдать 3 сессии и пройти конкурс. Оценивается как спортивные показатели, так и учеба. Средний балл студента должен быть выше 4. С кандидатом на обучение заключается договор. Обучение на военной кафедре бесплатное. Стоит отметить, что радиоуниверситет – единственный вуз в Рязани, где существует военная кафедра и где студенты могут получить как гражданскую, так и военную специальность, а по окончанию вместе с дипломом иметь на руках и военный билет. Более подробно о программах подготовки можно узнать уже в это воскресенье, 25 ноября в 12 часов на дне открытых дверей. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Теперь к итогам недели. Коммунальное ЧП произошло в одном из бывших рязанских общежитий на улице Гоголя. На кухне прорвало трубу, вся вытекающая вода попала в квартиру. В ЖУ делать ремонт отказались, потому что нет материалов. Видео сняла жительница дома 7А по улице Гоголя. На кадрах видно, как из трубы общей канализации вода течет прямо на пол, и поток не останавливается. И на следующий день пришли, все раздолбили тут, все добрались до этой трубы с дыркой, сказали, список материалов дали, которые надо купить, и ушли. Произошло это в четверг, 15 ноября. Прошло 4 дня, а представителей управляющей компании нет до сих пор. Ответ всегда один – собирайте деньги. Владиславе написали список из необходимых материалов, суммарная стоимость которых около 3000 рублей. Из-за того, что платить она отказывается, труба до сих пор не заделана. Посюда у меня залазит палец,
И вот отсюда как раз она льется. Ну, понятное дело, если залазит палец, какой там напор воды оттуда хлещет. Вся вытекающая вода попадает в квартиру Владиславы. Виной тому система коммуникации или что-то еще неизвестно. Факт остается фактом. Подвал квартиры заливает. Из-за влажности появились мошки и мухи, нетипичные для этого сезона. От этой влажности конденсат скапливается. Вот здесь набухают доски, все уже расшатанные. От этой влажности у нас даже вот тут вот маленькие грибы такие черные вылазили, мы их убирали. И от этой влажности заводятся клопы, они отсюда ползут и в диван. На протяжении 4 дней любое включение воды плачевным эхом сказывается на квартире Владиславы. Просто перекрыть стояк не помогает, соседи включают опять. Особенно вечером, когда люди приходят с работы. Мы вешали ключ сюда, тут вот замок на двери, если обратили внимание, висит. Это не помогает, его срывают, если кому нужна вода, ее включают и моются. Пока ситуация так и остается на своем месте. Управляющая компания требует денег, а Владислава отвечает, что это должно входить в оплату общедомового имущества. Юрист слова хозяйки подтвердил. Если вам письменно об этом написали, тут же можно готовить заявление в прокуратуру о проверке и в государственную жилищную инспекцию. Устные какие-то объяснения не принимайте на веру, поскольку все это не соответствует действительности. В содержание жилья входит в том числе тарифы, сметы, которые предусматривают приобретение необходимого количества и комплектующих, и труб, и различных строительных материалов для того, чтобы содержать на квартирный дом в исправном и безопасном для вас состоянии. Олег Попов рассказал, что можно возместить и все повреждения, вызванные потопом. Для этого нужно провести дополнительные экспертизы и обратиться в суд. Есть и другой, более решительный метод работы с такими организациями. У нас есть порядок отзыва лицензии. Если организация не отвечает требованиям, предъявляемым к лицензиату, то обращение в государственную жилищную инспекцию с указанием на факты нарушения лицензионного соглашения может лишить данную организацию работы. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Красное озеро обнаружили в Рязанском районе рядом с поселком Искра. Соответствующее видео сняли местные жители. Автор ролика сообщает, что лед на озере имеет цвет вареной свеклы. Прямо как в фильме ужасов, недалеко от поселка Искра, кроваво-красное озеро пугает своим видом проезжающих мимо автолюбителей. Заметить его не так уж и просто. Он находится недалеко от поселка, на второстепенной дороге. Вот только проезжая мимо него, наверняка у любого водителя могут появиться вопросы. Самый главный, конечно же, касается самого водоема и живности в нем. Вот такой вот красивый водоем с красным льдом. Не пугает озеро только местных жителей. К его цвету они привыкнуть успели, а к запаху и подавно. Дело в том, что это никакое не озеро, а пруд-накопитель. Пруд построен в середине 70-х годов и все время использовался в целях свинокомплекса. Красный цвет появился порядка 4 лет назад, после того, как очистные сооружения свинокомплекса заработали в полном технологическом цикле. А красный цвет – это следствие пигмента, вырабатываемого бактериями в процессе их жизнедеятельности. Сотрудники предприятия рассказали, что это замкнутый цикл. Сюда поступают стоки после биологической очистки. Циклы в ней такие же, как и на городских очистных сооружениях. Потом эту воду забирают, качают на гидросливы и опять используют. Уровень воды в пруду остается неизменным – 1,5 миллиона кубометров. А за соблюдением выполнения законодательства постоянно наблюдают надзорные органы. Пруд соответствует всем нормам и показаниям и ежегодно проверяется под надзорными органами Росприроднадзора. В 2017 году сотрудниками Росприроднадзора проводилась комплексная проверка предприятий, подлежащих федеральному надзору. Осмотрели и АО «Рязанский свинокомплекс». По словам ведомства, нарушения были выявлены, но незначительные. Такие как недостаточная очистка сточных вод, негерметичность очистных сооружений и так далее. То есть нарушения, которые могут возникать и устраняться силами предприятия. АО «Рязанский свинокомплекс» был оштрафован. Выявленные нарушения устранили. Хочется еще раз сказать, что это пруд, который вот имеет иногда красноватый оттенок, это показывает то, что очистные сооружения производят очистку сточных вод, эксплуатируются, работают в соответствии с их назначением и производят очистку. Однако другой контролирующий орган, природоохранная прокуратура, выявил другие нарушения при работе. Природоохранной прокуратурой в текущем году была проведена проверка деятельности Рязанского свинокомплекса по эксплуатации гидротехнического сооружения. И было установлено, что это сооружение эксплуатируется с нарушениями действующего законодательства. Отсутствуют правила эксплуатации гидротехнического сооружения, отсутствуют лица, которые
имеют соответствующую квалификацию по эксплуатации гидротехнического сооружения. Отсутствовали критерии безопасности гидротехнического сооружения. По всем нарушениям вынесено представление в адрес организации, но оно не было удовлетворено. В связи с этим сотрудники природоохранной прокуратуры обратились в суд. Ведомство возложило обязанности на предприятие обеспечить безопасность пруда-накопителя. Также в управление Росприроднадзора направили информацию о цвете пруда-накопителя для необходимой проверки. Валерий Седов, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Опасность уткам не грозит. Орнитологи прокомментировали ситуацию, сложившуюся на пруду «Серая шейка» в Рязани. В последнее время в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что водоем замерзает и птицы могут погибнуть. Замерз, но не полностью. Большинство птиц сидят на берегу, остальные находятся в полынье. По словам орнитологов, отсутствие возможности плавать в водоеме для уток не так страшно, как перспектива остаться без корма. А его в пруду зимой не найти. Пруд – это только способ укрыться от опасности. Охотиться на уток могут бродячие собаки, ястребы, даже лисы приходят в город зимой. Днем птицам бояться нечего. К вниманию людей они привыкли. Галина привела детей кормить уток. Хлеб купили рядом в небольшом киоске. Мы от этого не обеднеем. Интересно, где еще такую природу видишь? Кормить птиц хлебом можно, но это далеко не лучший вариант, рассказывает орнитолог Елена Фионина. Черный лучше исключить, от него могут быть проблемы с пищеварением. Белый давать можно, но только если на нем нет плесени. Хлеб лучше подсушить дома и нарезать на небольшие кусочки. В небольшом, опять же, количестве хлебом подкармливать можно. Если на улице мороз и других каких-то источников корма, в принципе, нет вообще никаких, то лучше хлебом, чем вообще ничем. Но если есть возможность принести уткам какие-то другие корма, то лучше приносить крупы. Вот что касается круп, которые вот обычные наши, которыми мы сами питаемся, рис, пшено, очень часто дают и гречку, то в сыром виде, в сухом виде эти крупы давать птицам не рекомендуется. Лучше их отваривать. В прошлом году на этом пруду орнитологи насчитывали до 150 особей. Сейчас, возможно, птиц меньше. Но беспокоиться за их судьбу не стоит. Птица, если условия для ее выживания будут не лучшими, может перелететь на другое место. Выбор водоемов в Рязани большой. Подкармливать в городе начали не только уток. Большинство жителей уже вывесили кормушки возле домов. Синицы, воробьи и даже снегири – на них частые гости. Елена Фионина приготовила для птиц ожерелье из сала. Птицам зимой не страшен холод, если они сыты. Они очень много энергии тратят на обогрев собственного тела, поэтому высокоэнергетичные корма для них очень важны. Это и сало, и подсолнечник, семечки, потому что в них тоже много жиров. Вот мы здесь повесили на ягодное растение. Птицы все равно будут прилетать сюда, потому что ягоды для них очень выгодный тоже вид корма. И они обязательно здесь найдут и будут кушать. Самый универсальный и доступный корм – семечки. Они должны быть не жареные и не соленые. Птицам в кормушку можно насыпать любые зерновые в оболочке – ячмень, просо, пшеницу. Не откажутся птицы от орехов. Орнитологи призывают рязанцев, если вы решили завести кормушку, то обязательно следите за тем, чтобы всегда в ней была еда. Птицы, привыкшие обедать в одном месте, могут погибнуть от холода, если не найдут корм. Особенно важно кормить птиц, когда на улице морозы или сильный ветер. Пока отсутствие еды для птиц не так страшно, на деревьях еще есть рябины и другие ягоды, можно найти желуди на земле. Период, когда без помощи человека им не выжить, начнется в январе, так что еще есть время сделать кормушку своими руками из подручных материалов и повесить ее рядом с домом. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Для декорации фильма ужасов похож зеленый театр в Центральном парке культуры и отдыха. Месяц назад администрация Рязани сообщила, что началось благоустройство территории. Снесли старую сцену и вырубили деревья. О том, что в Центральном парке культуры и отдыха начались нетипичные для этого времени года ремонтные работы, написали родители в соцсетях. Их возмутило, что средства потратили на эти цели. Рабочие ответили, просто выполняют приказ руководства. Новую будем ставить. А вот именно зимой почему? Так сказали. Весь кривой, весь ржавый. Оксана приходит в парк гулять с сыном Семеном. Летом, рассказывает она, на площадке яблоку негде упасть. Возможно, именно поэтому забор и меняют в холодное время года.
Если потом будет что-то красивое, новое, почему бы и нет. Хотелось бы улучшение территории, благоустройства этой территории, но даже так, свежий воздух очень хорошо. Разбитая карусель, качели, с которых стерлась краска, список можно продолжить. Не только эта площадка, весь парк культуры и отдыха нуждается в благоустройстве. У входа не везде есть лавочки, на газонах лежит старый демонтированный бордюр. Остается открытым вопрос, почему сейчас меняют забор, а не потратили средства на решение этих проблем. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Бесплатно проверить зрение при заказе очков можно в новом салоне «Оптика-сервис». Рязанцам предлагают разные виды оправ, в том числе мировых брендов. Сейчас действует скидка 30% на солнцезащитные очки. Кроме того, в салоне помогут подобрать контактные линзы. Подробности далее. Жителям микрорайона Дашково-Песочное теперь нет необходимости ехать в гор-рощу, чтобы заказать очки. В торговом центре «Европа» открылся «Оптика-сервис» – филиал салона на улице Гагарина, известного своим качеством услуг и уровнем обслуживания. В нашем салоне осуществляется подбор очков любой сложности. Работаем с офисными линзами, с прогрессивными линзами. Также осуществляем подбор мягких контактных линз, исторических и цветных контактных линз. Кристина – постоянный клиент салона «Оптика-сервис». Она приходит сюда за контактными линзами. Ну, я здесь живу рядом, увидела вывеску, что салон новый открылся, зашла. Специалисты очень замечательные, добрые, отзывчивые. Но главное то, что они мне корректно подобрали линзы. Сейчас в салоне «Оптика-сервис» действуют скидки для покупателей. При заказе очков проверка зрения бесплатна. Оправу можно выбрать на любой вкус. Бюджетные 400 рублей. А для самых взыскательных клиентов эксклюзивные оправы известных брендов «Фурла», «Лакост», «Рейбан» и других. В салоне можно изготовить очки для водителей, офисные, прогрессивные, солнцезащитные очки с диоптриями. Солнечные очки мировых брендов сейчас продаются со скидкой 30%. В зависимости от сложности рецепта, очки можно изготовить за час, а также произвести мелкий ремонт. Квалифицированные специалисты проверят зрение и подберут очки, а опытные консультанты помогут вам грамотно выбрать оправу. В наших очках вы будете отлично видеть и отлично выглядеть. Салон «Оптика-сервис» расположен по адресу улица Новоселов, 62, торговый центр «Европа». Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Встретиться с тропическими рыбами и познакомиться с обитателями морских глубин теперь можно в Рязани. Начал работу единственный в регионе акванариум. Более 3000 видов рыб, кораллов и растений увидела Галина Кудряшова. Золотые рыбки и кровожадные пираньи. Рядом несколько видов пресноводных скатов, в том числе крайне редкий, черный с белыми жемчужинами. Посмотреть на детенышей, которые скоро вырастут до полуметра, можно в единственном в Рязани аквариуме. Гостей ждут 40 тысяч литров воды и 3000 уникальных рыб, растений и кораллов, в том числе эндемики с острова Мадагаскар. Эндемики – это такие рыбы, которые встречаются в одном месте на всем земном шаре в конкретном. Именно эти рыбы с острова Мадагаскар. Это краснокнижные рыбы. По последним данным, возможно, этих рыб в природе даже не осталось из-за жизнедеятельности человека. Акванариум разделен на три зала. В морском гости познакомятся с беспозвоночными, креветками, морскими ежами, живыми коралловыми рифами. Морские аквариумы, настолько долго в них смотришь и действительно вспоминаешь какой-то отпуск, что ли, когда был в Египте, смотрел на те же кораллы. То есть море представлено в идеале. Среди обитателей и природный попугай – это рыба-аристократ. Она хищная, но благородная, поэтому не дает в обиду маленьких соседей. Жемчужиной зеленого зала является аквариум П-образной формы на 5500 литров, а также 6 аквариумов, которые больше похожи на живые картины. Природный аквариум или акваскейп отличается тем, что в аквариуме собирается природный наземный пейзаж и переносится в аквариум под воду. Это какие-то различные горы, либо лес, и какие-то определенные места тоже с нашей планеты. В аквариуме в миниатюре представлены Карпатские горы. Гости могут как самостоятельно насладиться подводным миром, так и заказать экскурсию. Размер группы не ограничен. Также специалисты акванариума помогут в составлении вашего собственного аквариума. Его длина может достигать 6 метров. Услуги будут оказаны под ключ с возможностью дальнейшего обслуживания, чтобы рыбки и растения радовали вас круглый год. Стоит отметить, что акванариум – понятие непривычное для россиян, пока их можно пересчитать по пальцам. Основное отличие от океанариума в красоте, ведь каждый аквариум сделан как маленькое произведение искусства. Приглашаем рязанцев и гостей города в наш акванариум. Мы находимся в центре города, адрес: улица Полевая, дом 42/16. Записаться на экскурсию можно по телефону 27 27 11 и 27 27 44 или на сайте aquanarium.rf. Гостей ждут со вторника по воскресенье с 10 до 20 часов. Галина Кудряшова, Сергей Данилин, телекомпания «Город».
Практика «Ориентированное обучение в действии. Зеленый сад» помогает студентам освоиться в профессии. Один из объектов компании посетили будущие строители. Этаж за этажом возводится строительный комплекс «Еврокласс» в микрорайоне Кольное. Строительная компания «Зеленый сад» создает здесь целый квартал, общей площадью 9 гектаров. Будущие строители, студенты 1 и 5 курсов Рязанского политехнического института, побывали на стройке и на практике увидели то, что до этого знали только в теории. Совсем скоро здесь появится 5 жилых домов. И у ребят появилась уникальная возможность проследить за процессом с самого начала. Забивка свай стала главной темой этого урока на строительной площадке. Они узнали, как отсыпался земельный участок, какие сваи бьются, каким методом их бьют. Им ответили на все интересующие вопросы касаемо забил свай, материал свай, крепость свай, как они обрезаются, крепятся в последующей монолитной плите дома. Зеленый сад более 10 лет сотрудничает с Рязанским политехническим институтом, и стройплощадки стали настоящей базой для прохождения практики для студентов. Организация «Зеленый сад», она не только, скажем, принимает студентов на практику, она оплачивает им работу за время прохождения производственной практики, она помогает кафедре промышленное и гражданское строительство, приобретает необходимую технику, вот, которая необходима во время работы, и очень благоприятно и благожелательно относится к студентам. Поэтому этим сотрудничеством мы очень довольны, хотим его обязательно, это сотрудничество, поддерживать. Сами студенты признались, что подобная экскурсия на стройплощадку была крайне полезной. Много нового узнали как старшекурсники, так и первокурсники. Привлекло то, что это связано с моей будущей профессией. И вообще это очень интересно, само как строится в большеэтажное здание, многоэтажное здание, извините, и как сливается фундамент. Мы узнали о том, как возводится свайный фундамент, как это все происходит на самом деле. Просто у нас мы делаем курсовую работу, и в ней мы также производим расчет свайного фундамента. Летом мы проходили практику, и, конечно, надеюсь, что вернемся на практику снова, потому что «Зеленый сад» хорошую возможность предоставляет увидеть все то, что мы проектируем, так сказать. То есть одно дело – это все мы проходим, а другое дело – увидеть все это на стройке. Помимо того, что студенты познакомились с конкретными этапами строительства, они наблюдали, как на практике внедряются новейшие технологии и разработки, которыми славится «Зеленый сад». Здесь в первую очередь думают о комфорте и безопасности жильцов, поэтому все дома комплекса «Еврокласс» будут оснащены комплектацией антитеррор, устройствами обнаружения взрывчатых веществ и камерами видеонаблюдения во всех ключевых точках, как внутри дома, так и снаружи. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Это были главные новости уходящей недели. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.тв и в группах в социальных сетях. Я с вами на этом прощаюсь. Хорошего отдыха и до встречи в эфире. Мама спит, она устала, в пробках 2 часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду, грустно мне бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом, всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас, заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаем тишину и комфорт загородной жизни. Реализуем квартиры в новом жилом комплексе «Полянка» недалеко от Рязани в Полянах. Перед домом оборудована детская площадка. Имеется достаточное количество парковых мест. В шаговой доступности пруд, детский сад, школа, мини-маркет. Телефон 27 55 55.